Здравствуйте! Сегодня я поделюсь с вами рецептом приготовления бигуса. Бигус можно приготовить с любыми сардельками или с мясом. Сегодня я буду использовать свиное филе. Нам потребуется 350 грамм мяса, вилок белокочанной капусты, одна большая луковица и одна большая морковь, несколько лавровых листьев, растительное масло, 70 грамм томатной пасты или 2 крупных свежих помидора, черный молотый перец, молотая паприка, перец горошком, соль и молотый кориандр. Приготовить бигус можно в казане или в мультиварке. Сегодня я буду готовить в мультиварке Redmond. Порезали лук. Морковь порезали соломкой. Шинкуем капусту. В бигус можно добавить немного свежего укропа. Томатную пасту разведем теплой кипяченой водой в кружке. В чашу мультиварки наливаем немного растительного масла и включаем мультиварку на программу жарки. Будем обжаривать лук. Лук немного обжарился. Теперь добавим сюда морковь, перемешаем и будем обжаривать дальше. Я обжариваю в мультиварке с закрытой крышкой, но периодически ее открываю и помешиваю содержимое. Морковь с луком немного обжарились, теперь добавим сюда мясо, все перемешаем и будем обжаривать дальше. Далее добавляем разведенную водой томатную пасту. В общей сложности мы обжаривали 25 минут. Выключили функцию жарки. Открыли крышку мультиварки. И теперь сюда будем перекладывать капусту. Капусту перекладываем постепенно и все перемешиваем ложкой. Добавляем укроп, 1 столовую ложку соли и 1 столовую ложку молотого кориандра, а также добавляем молотую паприку и молотый черный перец по вкусу. Все перемешиваем. 1 стакан кипяченой воды добавляем сюда. Все перемешаем и попробуем по вкусу на соль и приправы. Ложкой делаем отверстие и вставляем в них лавровый лист. Теперь закрываем крышку мультиварки и включаем программу тушения. Время тушения в мультиварке на этой программе 1 час. Бигус готов. Желаю всем удачи и приятного аппетита!